В этом доме под одной крышей со своими родителями проживает 8 девочек и 2 мальчика. Именно о такой большой и дружной семье мама 10 детей, Любовь Александровна, мечтала с самого детства. Я думаю, что счастье, конечно, не столько детей. Я сама в многодетной семье выросла, тоже нас даже 13 детей было у мамы. И я считаю, что это и весело, и вообще. Я не считаю, как это можно, когда один ребенок. Мне кажется, должно быть много. Любовь Александрова и сама выросла в многодетной семье, поэтому по-другому и не могло быть, поддерживает ее счастливая бабушка Людмила Дмитриевна, которая специально переехала из Удмуртии, чтобы иметь возможность все свое время проводить с любимыми внуками. Я была одна у мамы, мне было плохо. Я говорю, я выросла, ни за что у меня один не будет. Изабелла зовут, 30-я внучка. Маленькая Изабелла самая младшая. Ей сейчас 5 месяцев. С рождением малышки хлопот, конечно же, прибавилось. Но это счастливые заботы, говорят девочки постарше. Особенно любят нянчить сестренку Эвелина и Джоана. Мне вообще нравится. Ну, я раньше, конечно, вообще переживала, что будут говорить одноклассники. И сейчас я понимаю, что это вообще круто. Даже, вот, например, у некоторых же не бывает. Ну, один живет в семье, два. Так вообще скучно было бы. И я очень рада, что у меня есть сестренки, братики. О такой большой семье мечтал и сам отец. Супруг Любови Александровны Александр Геннадьевич тоже рос в семье, где считалось, что дети – главное богатство. Ну, большой семьей не всегда было легко. Но, как говорится, трудности они всегда есть. Даже с одним ребенком бывают трудности. Но с большими, когда много детей – другие трудности, другие проблемы. Самое главное, ну, чтобы дети были здоровы, наверное, самое главное всегда для семьи, для любой, наверное. 10 детей в наше нелегкое время, ну, это заслуживает уважения. Поэтому и глава администрации города Новобоксарск Олег Борисович Бирюков не мог оставить бесследно такое событие в нашем городе. И попросил нас направить вам вот этот вот поздравительный адрес в честь, в канун 8 марта, вручить вам вот эти цветы. Поздравить многодетную семью с рождением малышки в преддверии женского праздника пришли представители администрации и ЗАГСа города. Чтобы в вашей семье было только тепло, уют, спокойствие, взаимопонимание, чтобы друг друга любили и уважали. Своих детей Александровы назвали красивыми и редкими именами. Авенир, Арсентий, Диана, Джоанна, Анжелика, Вероника, Дарина, Эвелина, Лиана и Изабелла. 3 назад они разменяли 4-комнатную квартиру в подарок от государства на этот дом, вспоминает глава семьи Александр Геннадьевич. С тех пор и живут здесь, в Липово. В большом доме хватает места всем. Дочь Джоанна с удовольствием провела для нас экскурсию по дому. У нас троих. У нас у каждого отдельная комната. А у маленьких Вероники с Дариной и Эвелины они вместе втроем живут. А Венир с Арсеном, ну, как мальчики, они тоже вдвоем вон там в комнате рядом с мамой вот здесь. Цокольный, первый, второй. На втором вот мы постарше. Игровая у нас. Родители приучают детей помогать друг другу. И в хозяйстве тоже. Это и есть весь секрет, как со всеми делами управляться, делится Джоанна. Вот, например, посуду моем по очереди у каждого. Ну, понедельник там кто-то, в среду, во вторник. Вот. Прибираемся, когда мама скажет. Полы моют, кто-то на третьем этаже, кто-то на втором, кто-то на первом. Ну, большинство взрослых пока моют. Любовь Александровна вот уже много лет находится в декретном отпуске. Но работа у нее все же есть. Она открыла семейный детский сад для своих малышей. Наталья Мальчикова, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.